Лучше мне уйти. Здесь слишком опасно. Кузнец-то. Если спасу элотов, а морг будет в ярости. О, я как-то не туда зашел. Патрулируя окрестности, мы обнаружили разбойников, разбивших лагерь у мессинских шахт. Кажется, они держат племенную лотов. Следует ли нам вмешиваться? Нас ведь не обвинят, если с ними что-то случится. Да, мне велели действовать только по приказу. Жду вашего ответа. Шахты, значит, да? Даже не знаю, откуда ближе. Пленники, что упоминались в письме, нужно их вызволить. Кто-нибудь? Антит? Это ты? Да. Слава богам. Погоди. Алексиос? Нет, но почему опять ты? Я так и знал. Я знал, что ты. Кто-нибудь еще? На помощь! Тише, тебя услышат стражники. Нет, я и так должен тебе. Зачем ты опять это делаешь? Я так и знал, что он еще раз появится. Ты кто такой, блин? Смертный. Энтит, мой гордый друг. Что произошло на этот раз? Боги жестоки ко мне. Я потратил все деньги на дары тебе. Но я не жалуюсь, это справедливо. Затем мне сказали, что в Мессинии я разбогатею. Но эти малаки продали меня. Я стал рабом. А теперь еще ты! За что мне это? Я ни при чем. Это все твоя гордость. Да, я Эантит, и я горд. Я не хочу быть ни перед кем в долгу. Но ты снова спас меня. Зачем ты так со мной поступаешь? Я не мог бросить тебя, наверное. Я не мог оставить тебя гнить в клетке, Эантит. Твои подвиги не обходятся без меня, да? А мне-то что делать? Мне нечем, Алексиос. Совсем нечем отплатить тебе. Приняйся к моей команде. Эантит, греки ведь в долгу перед богами, верно? Ну, конечно. Мы не в силах отблагодарить их за все дары. Я горд, но не настолько. Я посланник Зевса. Иными словами, бог. Что? Еще хуже. Еще хуже. Как я смогу расплатиться с тобой? Разве бог не может простить тебе долг? Ну, да, думаю, может. Работай мой долг. Свой долг на моем корабле. Мне от тебя ничего не нужно. Отныне ты мне ничего не должен. Если хочешь отплатить за спасение, просто ступай домой. Опять? Все строишь из себя героя? Впрочем, ты бог, это все объясняет. Я послушаюсь тебя. Я, Эантит Гордый, буду так же великодушен к другим, как посланник Зевса. И пока я не ушел, вот, последний подарок для тебя. Малака, снова сокровище? Последнее. Я нашел кое-что, что пригодится тебе. Из кожи вон вылез, но достал. Тогда я еще не знал, что ты бог. Ладно, спасибо, Эантит. Повелеваю тебе, ступай. Управление к сокровищу Эантида. Хозяин Орла, пишу на случай, если снова окажусь перед тобой в долгу.
Он знал. Но раз ты это читаешь, то Малака, я Антит гордый, дарую тебе еще одно сокровище. И почему тебе всегда подворачивается возможность погеройствовать? Мои сокровища спрятаны в логове среди клыков и рыл. Думаю, кабаны тебя не напугают, так что ступай. Надеюсь, это последний раз, когда я вынужден возвращать тебе долг. Объявляю его самым колоритным персонажем. Чё вот это место, блин, нельзя? Я же вижу, там пещера. Шахта какая-то, по-моему. Ну да ладно. Что ж. Где у нас эта пещера? Еще огромного вепря. Огромный вепрь. И веселый кабаненок. Кости. Дробитель. И это все, чем он смог меня отблагодарить. Ладно. У него все равно ничего нет. Ну, порой лучше ничего, чем какая-то фигня.